Создав красивый сад, ландшафтный дизайн или зеленый газон, самое сложное – все это поддерживать в первоначальном виде. Но здесь изобретатели пришли к нам на помощь и придумали комби-систему. Это всевозможные насадки для работы с зеленым уголком. Комби-система объединяет в себе все самые необходимые инструменты для ухода за садом или газоном. Ассортимент включает в себя до 80 насадок, которые легко устанавливаются на ручку и легко меняются. Грабли, культиваторы, лопаты, тяпки, щетки. Комби-система имеет уникальный инструмент, который обеспечивает сбор фруктов без повреждений. Вот, например, такой интересной формы плодосборщик даст возможность собрать любые фрукты и даже орехи, не сгибаясь. Плодосборщик имеет гибкие пластиковые распорки, делающие захват фруктов размером от 4 до 9 сантиметров. Достаточно прокатить инструмент по участку, и яблоки или орехи тут же окажутся внутри него. Еще один инструмент, который заметно облегчит работу в саду, это веерные грабли. Их ширина 77 сантиметров, что позволит сделать уборку за считанные минуты. Веерные грабли предназначены для быстрого сгребания листьев, срезанной травы и другого мусора на садовых и ландшафтных участках. Грабли легко комбинируются с любой ручкой системы. Грабли можно использовать как захват для собранной травы, разделив инструмент на две части, или сложить для экономии места.